FIFA 16 Ultimate Team, монета, а также другие игры вы можете приобрести на сайте krabo.ru. Ссылка в описании. Здравствуйте, с вами Ёжик, и это мой первый покопанинг в FIFA 16. Более того, я впервые в жизни купил FIFA Points. Вы себе представляете? Поэтому я очень жду Евгения Граноплянку, Неймара, Лаказетта, Мюллера и Нейнголана. Ну, остальные ребята, если будут выпадать, то я тоже, наверное, буду рад, но они меня интересуют в меньшей степени. Мой первый пак за FIFA Points. С ума сойти. Поехали. Ну давай, Лео. Давай мне Жеку Конопляночку и... бляха. Неужели? Второй сейчас точно зайдет. Давай. Пожалуйста. FIFA Points же. Вы серьезно? Что это за бомжи? Уилшер? Нифига ж ты себе. Ну что за бред? Класс. Баро-беро. Малафеев. Я верю, братан. Давай. Ну что за бред? Ну какой Гомес? Давайте откроем один пак за 15 тысяч монет. Точнее, 300 FIFA Points. Пак подороже. Рискнем. Алаба, пожалуйста. Поли? Я так и знал, что не нужно открывать ничего, кроме паков по 7500. Все-таки вот всю жизнь мне что-то выпадало в паках по 7500. Поэтому я надеюсь, что и на этот раз мне что-то вылетит в паке за 7500 за 150 FIFA Points. Боже мой, казаки. Вперед, пора, 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 пора. Да хотя бы один рарный вылетит сегодня или нет? Лаказетта открывает, и там вылетает его же братан. Навас. Отлично, нашли себе новый стадион. У-ху! Все, покопник получился. Спасибо за внимание, до встречи и всего хорошего. Ты сегодня еще не открывал ни одного пака, Агуэро. Серхио. Кун. Por favor, amigo. О! Что? А я уже подумал на мгновение, что какой-то Рибери. Отлично. 2900. Ну, ладно. Какой Эвертон? Нобл, Пирис, Вильягра. Отлично, металлист. Но я же больше покопнинга не сделаю, если ты ничего нам не принесешь. Ну, о! А, Вицель, почему ты... После этого пака пройдет ровно половина спущенных FIFA Points. Лаказет. Давай. Жека! Гризман. Вот. Вот что мне нужно было. Гризман открывает нам игрока примера. И это будет Евгений! Ролан. Пожалуйста. Серьезно. Братан. Ну чё не ботэнк? Зума. О, нормально. Зума нормальный тип. Он должен стоить хотя бы 5 штук, не? Давай посмотрим. Да. Нтэп лучше, чем Зума. Евгенио Коноплянка! Йоу, я уже подумал, Дэниел Старич, но какой-то Кэрол нам вылетает. Зачем, Энди? Да ты же вообще никакущий, бревно. Я рискую. Второй раз, больше не буду. Давай. Лео, por favor. Vamos. Да ладно. Смотрите, сколько контрактов. Класс, контракты, фитнесы. Yes, это пак моей мечты нафиг. Дерьмо. Так и знал, что не нужно брать паки по 15300 points. Нет, не нужно. Но взял. Идиот. Согласен. Давай. Надежд мало остается. О! И не Рамирес тебе, нет? Алан, ну, нормальный тип в драфте, недавно им играл, но как бы я уж тут сразу начал надеяться на Рамиреса. Покупайте FIFA Points, у вас будут супер крутые игроки в команде, да. Еее, Санхаре, найс, лучший CDM мира. И Алессандро с ним лучший страйкер и лучший центр бэк. Вот прям вот сборная мира собралась. Ну хотя бы одну нормальную карточку. Да ладно, опять Кэрол? Вы серьезно? Тимати? Тимати? Yeah.
Как дела, Тимати? Возьмем тебя в клуб. 4600 лифопоинтсов, вы что? О! Сильвупле. Ну что? Что за дерьмо? Неужели я настолько вот, ну вообще без вариантов в паках всю жизнь, а? Да. Еее, Манкуэлло! Лео Месси. Все. Предпоследний пак за FIFA Points, братан. Сонг. Че мне так сегодня с Вестхэмом везет, а? Еще два пака будет. Лаказет, давай вот этот пак возьмем. 100 FIFA Points. И тут нам сейчас выпадает, наконец-то! Вермален! Я уже на мгновение подумал, что компания... Серхио Кун Агуэро. Последний пак за FIFA Points. 4600 FIFA Points. Неймар? Мавсисян, да ладно! 15000 монет, пак. Братан, пожалуйста, Жеку! Ой-ой-ой! EA Sports. Please. West Ham. Класс. Ура. Огбона. Дубликат. Не смотрю на последний пак. Думаю, что там сейчас выберет коноплянка, и я буду счастлив. Кэмпбелл. Я больше не хочу паков. Ну их нафиг. Все. Либо сейчас, либо никогда. Я понял. Я не могу остановиться. Я хочу еще один пак. Агуэро. 23 штуки монет остается, это же вообще, я уже побжую. Лео Месси, ладно, все. Горила хата, горы и сарай. Давай, Лео. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Короче, идем просто до конца. Все, я решил. Давида Лава на обложке и... Дармиан. Последний пак, ребята, последний пак, вот так вот EA меня взяли и развели нафиг на конопляночку, на паке. Серхио Кун Агуэро, последний пак, поехали. 24 монеты, с ума сойти. Таким вот ничтожным получился наш первый пак опенинг. Если вы хотите, чтобы он не стал последним, то поддержите, пожалуйста, видео лайком. Тогда я буду знать, что вы хотите видеть пак опенинги. Потому что я после такого вот 4600 FIFA Points всадил, у меня горит. Всего хорошего. Главным героем этого состава является Евгений Коноплянко. Конечно же, вы так все просили, да и я сам хотел его взять в свой состав. И вот этот момент пришел. Жека Коноплянко, 92 pace, overall skill 82. Отличные у него вообще характеристики. Слабая нога 4 звездочки, финты 4 звездочки. В общем, классный и очень паренек, что тут скрывать.